Это у нас 7 лет ипотеки, и надо такие деньги платить, чтобы замерзнуть в квартире. Мы не убираем. Радость от переезда в новое жилье у этой семьи была недолгой. По словам Веры Смоляр, с наступлением холодов температура в ее квартире не поднимается выше 11 градусов. За это время ее ребенок успел переболеть 3 раза. Мы сидим на обогревателе, потому что нельзя не лечь, все холодное. Все одеяла, все матрасы, все позастелили и ходим вот. Вот так вот ходим. Это в носках ребенок двойных и в тапочках. Потому что пол ледяной. И будем писать и жаловаться в Астану прямо. Потому что здесь, правда, мы не добьемся, это однозначно. В таком же положении и жители 3 новых многоэтажек Петропавловска. В эти дни в городе столбики термометра днем показывают минус 15, а ночью опускаются до 20 градусов мороза. У меня старшая дочка, воспаление легких заработала. Мы как первый год жили, как в каменном веке. Шкуры стелили, стены утепляли, ковры. Вот вообще ужас был. Лед стоял нах. В городской жилищной инспекции во всем винят строительную компанию, возводившую эти дома. Вот келип жаткан өтүп аткан суудун температурасы 60 өтүп атыр, 62 болуп, мынага кийин айтканда 32. Бул кына проектировщик менен подрядчиктеги, стройкомпания менен проектировщиктеги. Осы эки организация акылдашып иске кошу керек. В новых домах микрорайона Береке проживают сотни семей. На строительство каждого дома из бюджета было выделено по 750 миллионов тенге.